Брат, резец! Ого! Неужели... в сокровищнице Тюра. Еще одна из этих штук. Отец, вот так. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм. А обо мне великаны не сделали триптиха? Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил. Да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай. Говорить ты умеешь, но учиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных. Стой! Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Я... Запах чуешь? Да, чую. Пахнет... Дождем? Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его, потому что магни нет! Меня засмеют! Но если я убью тебя, смеяться не будут! Нет! Ты тупой! Это у тебя папаша? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Ты ничего не знаешь о моей маме! Это верно! Но зато я буду знать все о тебе! Ты станешь моим новым братом! Как только я убью твоего отца! Хватит! О,
Кажется, я его сломал. Назад! Брат, мальчик. А ты? Скорее неси его к Фрейе, иначе никак. Лодку. Дом Фрейи недалеко. Один тебя ищет, брат. Особенно после того, как ты стал убивать его родню. Лес Фрейи для него закрыт, туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ним происходит? Я видел подобное у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но бог, считающий себя смертным, жутко представить. Почти на месте. Усилился, и его трясет. Плохо дело. Надо спешить. Фрейя! Открывай! Нам нужна помощь! Женщина, ты слышишь? Это срочно! Я все еще богиня, поди прочь! Мальчик заболел! Фрейя! Он болен. Идем. Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним.
Так это из-за меня. Ты поможешь? Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы... Твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие. Тогда я вернусь домой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын. И ему нужен отец. Эта руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили, поспеши. В саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее. Возвращайся домой, раскопай свое прошлое, делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста, и твой сын может выжить. Иди. Фрейя, тогда в прошлый раз я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матери. Хельхейм, ну надо же! Как ты, брат? Я сделаю, что должен. Отстань. Как скажешь. Афина. Прочь из моей головы.
силу! Сзади! Нигде ты не спрячешься, спартанец. Ты можешь сколько угодно пытаться убежать от правды. Это ничего не изменит. Ты можешь притворяться кем угодно. Учителем, мужем, отцом. Но есть одна бесспорная истина, от которой ты не уйдешь. Ты не изменишься. Ты навсегда останешься чудовищем. Знаю. Но я больше не твое чудовище.
Кстати, вижу дверь в мир между мирами прямо около твоего дома. Срежем путь к кочующему храму, а потом в Хельхейм. Там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать, брат? По части хранения секретов мне нет равных. Если что, обращайся. Кстати, я уже понял, что ты грек. Афина, надо же так проколоться.
что? Эй, от тебя воняет странной магией. 14 сисек. А это еще что? Никогда такого не видел. Это что, фамильные клинки? Нет. И не бывать этому. Сынок, это мы с братом создали Мьёльнир для большого тупицы. Я в качестве разбираюсь. И это славная работа. А где мелкий засранец? Он нездоров. Да ну, что случилось? Асы? Нет, это моя вина. И теперь я должен все исправить. Вот ведь. Ну, всем нам приходится платить по счетам, да? Как я могу ему помочь? Я ведь умелый. Хочешь, пойду с тобой? Нет. Твоя работа здесь. Я сам. Ладно. Тогда выкладывай, куда ты собрался. В мир мертвых. Хельхейм! Ха! Дело серьезное. Я за тобой пригляжу. Раз у тебя есть путевая руна Хельхейма, такой вариант будет на столе. Если что, я прикрою! Пользуясь случаем, скажу, твой план безумен. Даже Один не может вынести стужу Хельхейма. Так что, надеюсь, твои клинки не подведут. Это и есть тот самый мост? Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами. А нужен нам мост проклятых. По нему умершие идут в Хельхейм. Туда их пропускает хранитель моста. Вот кого мы ищем. Просто иди вперед. Так мы придем куда надо. Я-то надеялся, что никогда сюда не придет.
это я почувствовал. Используй огонь клинков, чтобы сжечь кусты, преградившие путь. По которым мы вернулись за мечами. Берегись сзади! Должны быть лишь недавно умершие. Откуда так много? Наверное, врата закрыты. А если врата закрыты, значит, Хель и впрямь переполнился. Без валькирии некому судить и отбирать мертвых. И все попадают сюда.
заперта. Что теперь? Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных мирах течет по-разному, особенно если речь о мире духов. Как свет Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфхейме, но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Это хорошо. Значит, быстрее вернемся к сыну. А, быстро схватываешь.
Лишь достойные воины, погибшие в славном бою. Хель же для тех, кто умер бесславно. Преступников? Да. Ну и для тех, кто умер от болезней и старых. Разве старики не бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. Смерть хранителя моста поможет мертвым покинуть Мидгард? Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле?
Мост проклятых. А вот и хранитель, который проверяет, в самом ли деле мертвые мертвы. Что это у него? Этот тотем – мощный источник магической энергии силы самого Хельхейма. Но тебе-то нужно его сердце. Возьми сердце и пойдем. Как? Нарвись на драку. Ты ведь умеешь. Whoa!
Уходи! Сердце. Придется тебе замарать руки. Сердце у меня. Больше ничего не нужно. Это все. Лучше здесь не задерживаться. Крас. Зевс. Зевс? Мой отец. Твой отец Зевс? Теперь все ясно. Что это за место? Не ходи туда. Ты понял? Почему он здесь? Это невозможно. Это просто иллюзия. Хельм учит своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну.